Дорогие жители Эстонии, подходит к концу 2017 год. Я надеюсь, что это был хороший год, что жизнь каждого человека стала хоть чуточку лучше. В селах и властях, крупных уездных центрах и городах. Я надеюсь, что и международный имидж Эстонии еще немного улучшился, что у нас стало больше друзей и единомышленников. Мы все должны вносить свой вклад в то, чтобы наше общество становилось все более сплоченным, чтобы мы больше считались со слабыми. Если эти усилия принесут плоды, наше общество станет безопаснее, здоровее и сильнее. У всех нас дела пойдут на лад, если мы будем достаточной опорой тем, кому нужна помощь. От этого выиграют не только те, кого мы поддерживаем, от этого выиграет все наше общество, все люди. Я счастлив, что та оценка, которую люди дают жизни в Эстонии, в последний год заметно выросла. Очень значительно уменьшился разрыв в оценках эстонцев и русскоязычных людей. И это крайне важно, поскольку Эстония нуждается в каждом человеке вне зависимости от его пола или возраста, национальности или места жительства. Уважаемые друзья, прошедший год был особенным во многих отношениях. В апреле мы начали серию торжеств в связи со столетием Эстонской Республики, которые охватили всю страну и многие уголки мира. Мы отметили множество событий, которые были важными с точки зрения становления нашей государственности. А 24 февраля сможем с гордостью отпраздновать столетие нашей любимой Эстонии. Это наш общий праздник, и я призываю всех вас сделать подарок своей стране. Лучше всего, если это будет начинание, которое принесет радость как вам, и вашим близким, так и окружающим. Важным и историческим событием для Эстонии стало и председательство в Совете Европейского Союза, которое пришлось на вторую половину года. Взгляды всей Европы были устремлены на нас, и мы снова показали себя более заметными, чем можно было бы ожидать при наших скромных масштабах. Я убежден, что мы использовали это время с умом, что мы действовали смело, говорили сами и умели слушать других. Теперь, когда работа наших людей принесла плоды, Вся Европа почувствовала, как на самом деле велика эта маленькая Эстония. Дорогие жители Эстонии, мы все стоим на пороге 2018 года. Я верю, что это будет год, в течение которого наш общий дом станет еще лучше. Я надеюсь, что в Новом году мы будем больше считаться друг с другом, что всем нам будут приносить еще больше радости наши близкие. Я надеюсь, что в круговороте дел и забот у нас все же будет достаточно времени, чтобы замечать происходящее вокруг и испытывать удовлетворение от увиденного. Дорогие жители Эстонии, я желаю вам счастливого, успешного и достойного юбилейного года. Удачи нашей стране! Дорогие друзья, я желаю всем жителям Эстонии в наступающем году здоровья, радости, веры в свои силы, успехов в работе и учебе. С Новым Годом!